блещут искристые гривы золотых, как жар, коней. Кустанайская, так называется знаменитая порода рысаков, выращенных на конезаводе в привольных степях Кустанайщины. Над выведением этой породы работал большой коллектив областной опытной станции. Зоотехник Валентина Михайловна Моторика – одна из авторов новой породы. Более 20 лет занимается она выращиванием племенного молодняка. Кустанайский конезавод ежегодно готовит первоклассных скакунов для международных аукционов и всесоюзных соревнований. Каждый раз его питомцы занимают призовые места –